Перевернутая остановка, сорванные светофоры и нулевая видимость на трассах. Жители региона делятся в соцсетях последствиями штормового ветра, который обрушился сегодня на Алтайский край. В Барнауле утром на перекрестке Комсомольского и улицы Профинтерна ветер снес светофор, а днем опрокинул остановку на улице Кулагина. К счастью, никто не пострадал, сообщают очевидцы. А на протяжении всего дня жители барнаульских поселков Ганьба и Казенная Заимка оставались без света и воды. Наладить коммуникации получилось только ближе к вечеру. Пользователи соцсетей также выкладывали фото с Бийской трассы. По их словам, там была нулевая видимость и сильный гололед. В Минстройтрансе сообщили, что из-за метели временно перекрыто движение на дороге между Нижнекаменкой и Старобелокурихой в Алтайском районе. Напомним, штормпрогноз с усилением ветра до 27 метров в секунду был объявлен на всей территории края. Власти региона и спасатели советуют переждать непогоду дома.